На шинном кладбище могут построить храм. С такой инициативой в мэрию обратилась Красноярская епархия. В течение месяца церковнослужители проведут публичные слушания. Если жители микрорайона одобрят эту идею, храм обещают построить меньше, чем за год. Также в администрации заявили, что деньги на строительство дадут частные инвесторы. Ни городской, ни краевой бюджет не пострадает. Площадь застройки больше 6500 квадратных метров. Мэрии говорят, участок на кладбище церковь получила 4 года назад. И там уже возвели на пожертвование горожан часовню. Сам храм по себе, он не глобален, то есть он в деревянном исполнении имеет абсолютно понятные параметры. Тем более местоположение, в непосредственной близости от погоста, само так, ему место там и быть. Администрация поддерживает это решение.